Победителям окружного этапа конкурса «Экспортер года» вручили награды на полях 7-го Восточного экономического форума. Среди лучших экспортеров Дальнего Востока – три приморские компании, работающие в сфере добычи и поставки рыбы и морепродуктов, а также в сфере IT-технологий и продажи готовых модулей цифровых видеокамер разного назначения. Предприятие поздравил заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко. Приморский край в силу исторических, географических своих особенностей всегда славился своей транспортом, логистикой, умением торговать. И сегодня сразу несколько наших компаний победили в конкурсе. Они экспортируют свою продукцию на десятки миллиардов рублей по всему миру, и в Европу, и в Азию. Это не только экспорт сырья, его переработки, но это и IT-технологии. И в целом сегодня мы понимаем, что те условия, в которых мы находимся, это не только вызов, но и возможности. Сегодня в крае более 800 экспортеров, и несмотря на все сложности, на все условия, экспорт наш в этом году вырос на 22%. Мы гордимся нашими экспортерами. Премия «Экспортер года» учреждена правительством России и присуждается тем компаниям и предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в экспорте ни сырьевых, ни энергетических товаров и услуг. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.